Мат остался позади, а значит, настало время в очередной раз назвать имя лучшего отечественного тренера в первом месяце весны. Напоминаю, этот конкурс мы проводим совместно с Российским футбольным союзом. Бесспорно, лучший в марте Валерий Карпин. Тренера оценивают по трем показателям: за результат, за рост мастерства игроков и за качество командной игры. Согласитесь, что пока у Ростова все на уровне. Конечно, Карпин. С приходом новых игроков тренеру приходится перестраиваться, искать подход к каждому футболисту. Мне нравится, как прогрессируют Галенков, Щетинин, Вахания. Карпин хорошо провел зимние сборы, растут Глебов, Галенков, Щетинин, Песьяков стал увереннее играть ногами. Хорошо вписались в игру легионеры, защитник Сако, нападающие Роналдо и, конечно, иранец Махиби, который забил два гола красавца «Динамо».